Вот это, наверное. А вот она пошла, все. Вот, ага, все. И что ж, довольно легко он справился с первым снарядом. А я напоминаю, что старший его ждет великолепная гирька. Великолепного веса всего 62 килограмма. Все обсуждали, Миш. Сказали, поставляем то вес, я имею в виду, я же спрашивал. Нормально, бро. Темп не надо было больше. Ничего все равно. Вниз, вниз, Табрис. Итак, первый подъем засчитан. Судья дал сигнал. Второй. У меня вот только позиция была. Итак, второй снаряд покорил! Будет ли покорена гантель 70 килограмм? Сначала ее просто нужно удержать. Вот ее, кстати, можно торопеть. Свисток от арбитра не прозвучал. Подальше, Табрис, подальше. Табрис, подальше чуть-чуть, не на асфальт только. У Табрис остается каких-то 17-16 секунд. У нее есть еще одна попытка, чтобы это сделать. Не двумя толкала. Ты не двумя толкнул? Не, я ее поддерживал. Поддерживал. Держи, выключай. А мы ищем следующий участник из города. Все, да, Сань. Василий Лас.